Башкортостане сегодня проверяли региональную систему централизованного оповещения. Это учебная тревога, которая прошла с 10 до 12 часов. По всем правилам, услышав электросирены, нужно тут же включить радио или телевизор, прослушать сообщения органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о сложившейся обстановке. Для того, чтобы народ знал, что делать при таком или ином оповещении. Потому что любое оповещение, оно содержит, первое, цель донести до граждан, что произошло, второе, значит, что они должны сделать, и третье, как, куда пойти, в то место, где будет безопасно. Информация, которая может быть передана гражданам, это руководство к действию, как вести себя в случае природной или техногенной катастрофы, чтобы избежать человеческих жертв. В этот раз теле- и радиоканалы передавали следующее сообщение. Внимание! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан, проводится техническая проверка системы оповещения. Просим соблюдать порядок и спокойствие. У нас не все населенные пункты оснащены электросиренами. Это у нас Маячная, Старая Уралка, село Ира, деревня Алексеевка, которые не имеют системы оповещения. Поэтому туда посылаются машины с громкоговорителями для информирования населения. Учебная тревога должна показать, удалось ли исправить ошибки, которые были выявлены после предыдущей проверки. Итоги будут подведены несколько позже. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов, новости.